сцене в те времена было некоторым компромиссом, на который я не хотел идти. Вот, поэтому я работал в котельной, потому что все же должны работать. Вот, я выбрал профессию максимально, ну, максимально мне нравящуюся, скажем, и освобождающую мне некоторое свободное время для занятий музыкой. Хотя музыкант признался, что готов выступать и в Переходе, и в узком кругу друзей, в Кемерове Виктора Цоя встретили как в столице. Лидер группы «Кино» пел в спорткомплексе. Как всегда, на его концерт собрался полный зал поклонников. А почему вы все-таки выбрали рок в качестве оружия? Я не выбирал. Понимаете, я не готовился к этому. У меня не было выбора, это был единственный возможный путь. Вы себя считаете профессиональным человеком? Это мое дело. И я отвечаю за свои слова, безусловно. Я не знаю, как это называется, профессионал, любитель. Тогда на концерте